В наших передачах мы не раз говорили о том, что существует миф о Николаеве как о городе невест. Видимо, эти постоянные возвраты к теме так повлияли на Юрия, что он в один прекрасный день осуществил целые исследования. Он задал себе вопрос: а как же воплощен этот миф в городском пространстве? Очевидно, в виде памятников, которые этих женщин изображают, ответил он сам себе. Чтобы проверить это предположение, он взял карту, обошелся памятники города и сфотографировал их, чтобы потом детально рассмотреть и обсудить увиденное со мной. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну что, что показало наше исследование? Невесты в нашем городе есть? Классики бы ответили, кому и памятник невесты. Да, ну неужели все так плохо в таком городе, где столько красивых женщин? А женщин красивых у нас много, к счастью. Но вот если говорить про женские памятники, вот давайте посмотрим. В истории нашего города на данный момент зафиксировано немного более 100 памятников и существующих, и утраченных. И где-то столько же мемориальных досок. Но только очень немногие из них несут в себе хотя бы малый отголосок женской сущности. Ну, вот рассмотрим самые известные николаевские групповые скульптурные композиции. Памятники десантникам. Памятник борцам за власть советов, мужчины. 60-летию комсомола. Аллея адмиралов, исключительно собранный из мужских фигур и лиц. Ну, неужели совсем нет ни одной дамы? Есть, есть. Конечно, парочка памятников у нас таких есть. Это вот, допустим, крупный монумент. Да. Шар, поставленный в честь николаевских корабелов и флотоводства. Тут мы видим девушку в брючном комбинезоне с подкатанными рукавами. Она так свысока смотрит на модель корабля, которую держит в руках ИТР-овец в плаще. Остальные же 10 памятников, образов на этом памятнике исключительно мужские. И вот еще второй большой николаевский монумент рабочим участникам первых маевок. Широкоплечья революционерка, половую принадлежность которой можно определить лишь по длинной юбке и блузе косоворотки. Она так сурово оценивает окружающий мир. Да, сжатые губы, очевидно, символизируют накопленную ненависть пролетариата к загнивавшему уже в то время капитализму. Да, и не только к капитализму, но и, наверное, вообще ко всему живому. Давайте выпьем чаю. Чаю. Чаще всего женский лик или силуэт в монументальной скульптуре Николаева используется как символ скорби и памяти на монументах, посвященных теме войны. На территории старого кладбища угол Херсонской и Первой Ингурской в 1969 году был открыт памятник жертвам фашизма. Высокий обелиск из гранита розового цвета держит бронзовый барельеф с лицом скорбящей матери. Внизу надпись: «Они отдали свою жизнь за наше счастье. Гордым героям бессмертная слава». В глубине этого же кладбища находится мемориальный комплекс погибшим героям, в центре которого высится 23-метровый обелиск, задуманный в виде трехгранного штыка. На одном из боковых граней его размещена белая фигура женщины в траурном убранстве со склоненной головой и букетом в руках. Несколько женских персонажей можно увидеть и на памятнике освободителям Николаева на пересечении улиц Декабристов и проспекта Ленина. Женщины на монументе обнимают маленьких детей, заслоняя собой от войны, провожают отцов, братьев и мужей на фронт. В Николаеве 100 лет назад стояла еще одна скульптура милитаристской тематики с женским барельефом. Авторы памятника разместили на гранитном обелиске героям войны 1812 года бронзовую девушку, венчавшую лавровых венков героев Отечественной. После революции металлическую часть памятника отправили в переплавку, а каменную стелу по-пролетарски решительно перекроили под монумент героям Севаша. Ангел с женским лицом является центром памятной композиции, открытой 26 апреля 2007 года к очередной годовщине на аварии Чернобыльской АЭС. Таким образом, и этот монумент мы можем смело причислить к нашему скорбному женскому списку.
Скульпторы, украшавшие город, не забыли самую фундаментальную функцию женщины – быть матерью. Ее фигуру можно увидеть возле роддома номер 3. Это женщина, держащая на руках ребенка. Дитё тянется к кормящей груди, тем самым как бы намекая на преимущество естественного вскармливания при применении искусственных смесей. Таким образом, в городе преобладает утилитарное отношение к женщинам. Судя по памятникам, они рожают детей, работают на заводах, провожают солдат на фронт и оплакивают убитых. Никаких тебе поющих и танцующих девиц, ни дам с собачкой, ни даже мечтательно вздыхающих барышень. Все сурово и буднично. Вот такой город. Ну, но ведь есть же в нашем городе чисто женские скульптуры. Есть, конечно, но их очень мало. Вот самая образцовая из них, это, конечно же, и первое, это памятник невесте. Ну, разве это не визуальное оправдание мифа о Николаеве, как о городе невест? Это, конечно, попытка оправдания, но какая-то слабая и не очень убедительная. Ну, посмотрите, бронзовая, одинокая девушка, пребывающая в мечтах о приближающемся замужестве, смотрит в закатное небо. Юбка и фата... А, кстати, а фата ли это? Не знаю. Развиваются на свежем весеннем ветерке. Да, вид у нее какой-то несчастный. Недаром в народе эту скульптуру окрестили памятником вдове. Очевидно, чтобы вот таких скептиков не возникали подобные ассоциации, да? Именно вот этот памятник установили возле дворца торжественных событий, в народе именуемого ЗАГСом. И эта фигура стала объектом пристального внимания шумных и веселых гостей, которые там бывают практически ежедневно на свадебных церемониях. Знаете, удивляет одна вещь, да? Почему до сих пор никто из легковерных горожан не придумал какого-то ритуала, связанного с этой статуей? Например, вот поцелуешь в полнолуние, да, вот безымянный палец у памятника невесты, то обязательно выйдешь замуж в текущем квартале. Точно. Еще одним важным свидетельством гендерной политики в организации знакового пространства Николаева являются памятные доски. Можно отыскать всего 4 объекта, в которых так или иначе присутствует женская тема. На улице Галины Петровой расположена доска имени первой женщины нашего города, которая получила звание Героя Советского Союза за исключительную храбрость, мужество и героизм. На стене здания механико-математического факультета Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского мы встречаем барельеф Анны Дивиной. В 30-х годах прошлого столетия Анна училась, а затем преподавала в пединституте имени Белинского. Во время Второй мировой Дивина воевала в одном из отрядов партизанского соединения Ковпака и героически погибла в бою. На пересечении улиц Спасской и Советской висит, если до сего дня не снята в процессе декоммунизации, доска на месте здания, в котором советом рабочих и солдатских депутатов в городе Николаеве провозглашена советская власть. Это произошло в декабре 1918 года. Революционерка с поднятой рукой и открытым ртом выглядывает из-за плеча своего соратника по борьбе на металлическом барельефе. И еще один подобный дамский образ можно увидеть на памятной доске, установленной на доме, в котором состоялось заседание первого в Николаеве Совета рабочих депутатов в 1905 году. Как видим, даже о маломальском равновесии полов, монументальной скульптуре и теме памятных знаков Николаева даже нельзя и говорить. Простая математика говорит о многократном перевесе мужских памятников над женскими. 1:20 как минимум. Это прежде всего обусловлено политически мотивированной конъюнктурой тоталитарного государства, от которой мы медленно отходим. С развитием неформальной, незаангажированной, веселой, иногда даже хулиганской уличной скульптуры, количество арт-объектов, в которых можно будет увидеть женскую тему, будет увеличиваться, что безусловно украсит любое городское пространство. А вот еще один чистой воды женский памятник.
Он был открыт в центре Европейского сквера, Садовая, мы там с вами гуляли, лет 6 назад. И посвящен Единой Европе. Ну, по-моему, симпатичное, юное создание. Uh-huh. Девушка пытается вырваться из облепившего его тонкого платья. Она держит над головой такой круглый бубен, собранный из пятиконечных звезд, символизирующих Европу. Ну, к сожалению, как мы видим, уже сегодня не держит, потому что эта вязанка звезд ушла через какой-то нелегальный пункт приема металлолома, скорее всего, на переплавку в ту же самую Европу, которую и символизирует. Знаете, мне кажется, я нашел разгадку мифа о Николаеве как о городе невест. Да. Да, дело в том, что мы неправильно понимаем само слово «невеста». Да, вот где-нибудь в Иванове оно является синонимом женщины, полной безнадёги, нереализованности, и поэтому готовы выйти за первого встречного. А у нас иначе? Ну, конечно, наши невесты тоже ждут своих женихов, но и своих принцев. Но принцев не простых, а заграничных. Наши невесты своей любовной энергией выводят город из тени и прославляют его. Да, не хуже, чем вот те хваленые авианосцы. И в этом факте я усматриваю символический смысл. Какой? Ну, знаете, женщины – это единственный качественный продукт, который производит город Николаев. Да, они настолько прекрасны, что памятники им ставить просто не стоит. Да, вот почему в Николаеве нет женской скульптуры, а миф о Николаеве, как о городе невест, есть. Да, наши женщины в жизни намного красивее и интереснее, чем бронзовые, деревянные или каменные монументы. Ну, наверное, николаевским женихам такие дорогие монументы просто не по карману. Поэтому, скорее всего, наши невесты и стремятся, вот как этот бубен, да, в Европу. Или в Азию. Или в Африку. Или в Латинскую Америку. Давайте пожелаем им удачи. Потому что если невеста не находит счастье у себя дома, то она обязательно должна найти его, пусть даже в другой стране. Ну, главное, чтобы она нашла то, что ищет. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе словно птица не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою. И как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым
островом, над полуостровом, как Вавилонская башня, символ победы вчерашней. Thank you.